Привет криптоманам, с вами Олег Портовый на канале Криптомания. И на обзоре у нас сегодня Crypto Commonwealth Airdrop. Airdrop – крипто-содружество. И здесь мы за подписку в социальных сетях получаем до 90 токенов CBND и плюс 10 токенов за каждого приглашенного. Заявленная стоимость одного токена составляет 11 центов. И это уже второй раунд данного Airdrop'а. Итак, поехали. Переходим по ссылочке, попадаем в Telegram-бот, нажимаем старт, решаем арифметический пример. После этого видим те задачи, которые нам нужно будет выполнить. За выполнение обязательных задач мы получаем 50 токенов и плюс дополнительные задачи 40 токенов. Обращаю ваше внимание, что эти задачи нужно выполнить обязательно. Если вы хотя бы одну задачу здесь не выполните, то токены вы не получите. Опускаемся немного ниже. И здесь ссылочки. Переходим по ним и выполняем задачи. Всю информацию о данном Airdrop вы можете посмотреть в Telegram-группе. Перешли в Telegram-группу. Нажимаете на закрепленное сообщение. Здесь мы видим, что будет 6 раундов ICO. И закончится последний раунд 31 марта. И данные токены будут распределены на наши кошельки в течение 4 месяцев после окончания Airdrop'а. В необязательных задачах есть регистрация на их веб-сайте. Я начал проходить регистрацию на этом веб-сайте, но подтверждение на почту мне не пришло. Выполнив все задачи, нажимаем кнопочку «Отправить свои данные». Отправляем. В конце вставляем свой адрес эфириум кошелька Miser Wallet или MetaMask для получения токенов. После чего вас просят присоединиться к группе поддержки для вопросов, связанных с Airdrop. И после этого нажимаете кнопочку «Завершить Airdrop». И вам дается ваша реферальная ссылочка. Копируйте, приглашаете и получаете 10 токенов за каждого приглашенного. Чтобы посмотреть свой баланс, нажимаете на кнопочку «Баланс». Если кто хочет поучаствовать в баунти, нажимайте на кнопочку и ознакомляйтесь. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!